Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, я Паша, и вы находитесь на моем канале. И сегодня мы с вами будем продолжать играть в такую стрёмненькую, но и хардкорненькую игру под названием «Привет, сосед 2» или же «Hello, Neighbor». В прошлой серии, как вы помните, мы с вами побродили у этого миллионера, или как его там зовут, мэр, музыкант, короче, много у него имен, и достали вот такой вот ключ. Это ключ от комнаты соседа на втором этаже. Я когда бегал, помните, когда я вам рассказала, что у меня не записалось? Я там бегал, я знаю, что это ключ оттуда. Это у нас уже третий поход, да, в этот музей? Да, это вроде наш третий поход уже. Ну, давайте, не будем томить, заходим. Во всех сериях с соседом я обычно немного боюсь, да и сейчас, в принципе, такого чувства меня и не покидает. Чувство боязливости. Давайте его сюда позовем. Мы тут на осколки наступили. Здорово. Чё он постоянно вот после того, как мы ему что-то тут делаем, постоянно что-то идёт зачем-то туда? Наш шанс. Вот эта комната. Что тут? По книжка какая-то. Гаечный ключ. Это хорошо, потому что гаечный ключ у нас получается, что довольно много комнат открывает. Какая-то библиотека. Блин. Я наступил на эту, я его сейчас сюда призвал. Он же это услышал, да? Ладно. Опа. Еще книжка. Нам нужно как-то в правильном порядке их расставить. Походу, да. Он спит. Вот, смотрите. Тут что? Так, давайте ломом сломаем. А, это такой. Тут закрыто. Да даже не знаю, давайте пойдем на крышу. Помните, там есть у него проход на крышу, вроде бы тут. Не, на заднем дворе. Давайте попробуем сходить на крышу. Посмотреть что-то там, потому что я вообще ничего не понял с этими книжками. Куда там что надо дергать, как их надо дергать, я реально ничего не понял. Конечно, и не факт, что нам крыша даст подсказку. Но всякое может быть, знаете, в этой игре. Опа, отлично, молодец. Так. Хорошо. Эта дверь открыта? Нет, мы ее не закрывали. Хорошо, окей. И лезем на крышу, смотрим, что есть там. Возможно, там что-то у нас будет. Давайте еще обращать внимание на ящики, потому что в таких ящиках обычно что-то лежит. Ну, сколько я по своему опыту соседскому помню. Лестница почему-то показана вертикально, хотя она не вертикальная, она горизонтальная. Вот, смотрите, что это? Какие-то антенны, они куда-то ведут. Упало. Открытое окно. Точнее, можно открыть. Опачки. Там что-то я не помню, чтоб я был. А, тут закрыто. Понятно. Походу, нужен фонарик.
Опа. Так, не понял, что я сказал. Опа, я увидел вот эту вот штуку, которая там двигается. Это, походу, какие-то антенны. И подумал, что это антенна отдельно лежит, но нет. А что тут наверху? Тут какая-то вентиляция. Давайте посмотрим сверху, что у нас тут есть. Может, что и заметим. Но я пока что-то ничего не вижу. Да. Сложненько, сложненько. Что у нас пока есть? У нас пока ничего нет. Как бы, да? Давайте будем честны. Какие-то листья. Что-то непонятное, непонятное. Может, там что-то есть? Я знаю, что у соседа в гараже есть комната. Ну, точнее, та комната, помните, где мы с вами еще там открывали картину с каким-то чумным доктором? Там открывается тоже по гаечному ключу. Это типа такой быстрый проход в гараж. Возможно, в гараже что-то есть. Ну, давайте сейчас пойдем в гараж и посмотрим. Отлично, я в гараже. Ой, что-то как-то птица отъехала. Вот как раз-таки то, что не записалось. Вот тут я нашел шестеренку от часов. Он спит. Ясно. Не, что это? Что? И что? Чего? Я просто, то есть, пришел, сразу нашел ручку и сразу же нашел голову. Отлично, вот про этот проход я вам и говорил. Давайте еще такой быстрый проход вот тут сделаем. Вот, кстати, часы. Он спит. А вот. Отлично. Вот еще одна дверь. Это просто выход опять. А тут что? А, ну это ванна. Телек. А, я понял. Вот, давайте залезем. Чё, нет? Я по... О, ящик. А, лом. Антенна. Я понял. Это антенны от телека, и надо нам антенны в правильное положение поставить, и что-то нам это даст. Я понял. Только как мы узнаем правильное положение антенн? Там вверх, вниз или посередине? И у нас две антенны. Как я правильное положение это узнаю? Блин, это уже сложненько. Ну, будем пробовать. Нам что-то должны показать на телеке. Что нам покажут, я вообще без понятия, но что-то нам должны показать, и, наверное, это будет подсказка какая-то. Я, кстати, соседа ни разу не встретил еще на своем пути. Это даже очень хорошо. Он спит. То есть, видимо, что-то в комнате у него надо сделать. Потому что, наверное, он спит. Типа... Значит, не, ну хотя, подождите, спит? Это как бы, ну... Во! И как я пойму, мне еще каждый раз бегать? Ну, по сути, они должны стоять вверх. Чтобы ловить сигнал. Я не знаю, сейчас проверю. Опа. Я тут пока шел, обнаружил что-то. Можем это разбить? Ключ жалко, вот ножницы мне не нужны. Ладно, пускай там валяются, если что, буду знать, где они. Там кто-то хныкает. А! Это же сосед похитил этого пацана. Это, наверное, он его тут запер.
Да, и, наверное, это как раз-таки проход к этому пацану, но мы туда не можем идти, мы боимся, наверное. Ну, это же логично, что, типа, ну, чтобы телек шел, нужно две антенны вверх поднять. Хотя в этой игре как бы все может быть, но это... Я хочу, не хочу идти через дом соседа, потому что он меня может словить, потом эта антенна опять появится на том месте. Мне этого что-то не хочется, поэтому я лучше вот так вот. Как раз-таки это комната с телеком, вроде, да? Блин, это вообще закрыто. Ну, судя по окнам, это да, комната с телеком, но... Я ее не открыл. Надо будет это сделать. Давайте сразу возьмем руки лом. Придется, походу, через парадный вход, что я делать не хочу. Хотя давайте попробуем. Понятно, не попробуем. Показывает. Огонь. Цветочек какой-то. Огонь, цветок, Сатурн. Огонь, цветок, Сатурн? Не, я, конечно, все понимаю. Но как нам это поможет? А, на книгах были нарисованы же какие-то эти символы. Огонь, цветок, Сатурн? Где огонь? Цветок, кстати. А, сюда нужна книга. Мы должны найти книгу с цветком. Может, она где-то тут? Что наверху? Так, ну давайте сначала хотя бы попробуем. Это огонь? Нет, это не огонь, это что-то другое. Или это огонь? Нет, это не огонь. А вот, огонь. Теперь нам нужно найти книгу с цветком. Где книга с цветком? Я не представляю. Блин, лежала бы она у него в руке, было бы зачетно. Может, она тут? Нет. Может, это книга с цветком? Но мы ее не возьмем. Ух ты ж, блин, этот привет, сосед, конечно, очень сложно. Я тут был. Ну, не много раз, но я тут был. И я не заметил книгу с цветком. Ну, я гений, просто что-то скажешь. Ставим все, огонь, цветок, и тут Сатурн. Голова медведя. Я помню, где голова рыбы, ребята. Я помню, где она. Вот тут. Вот она. Потому что, когда мы тут были, я сразу обратил на нее внимание, но не подал виду вам, что я ее заметил. А еще в тот раз, когда мы там только были, первый раз, я ее заметил. И что? О! Это уже интересненько. Опять картина. Опа! Блин, я ножницы выкинул. Так бы сейчас паутину разрезал. А, ключ висит. Это ключ от этой клетки. Опа. О, здорово. Да не бойся, я тебя спасать пришел. На, держи самолет. Поиграем. Там, кстати, какая-то штука у медведя в руке. Ну, там в лапе какой-то. Вон, видите, красная. Я тебя спасать пришел. Давай дружить. Ой. Пацан, беги. Ты меня-то не трогай, я тебе-то что сделал? Он меня душ... А. Круто!
Вообще офигенно просто. Мы теперь в плену у соседа. Класс! У нас еще ничего нет. Просто класс, реально. Я вижу сразу какую-то штуку у него в руке. И мне нужны ножницы. Но я их профукал. Дайте ножницы мне. Они ж тут где-то есть, да? Что, они где-то здесь? О, какие-то красные полосы. Алло, где ножницы? Мне они нужны. Зачем я их выкинул? Мне нужен пароль. Мне нужны ножницы. Но если мне они нужны, то... Ну, они тут должны быть. Вот они. Слава богу, они тут есть. А вот. Хорошо, нам нужен пароль. А, вот, смотрите, 7. Стоп. Нужно по этой линии цифры выстраивать, походу, да? Да. А, они тут еще и перевернуты. Да? Да. Давайте еще раз. И у нас будет зеленая 7. 7, отлично, да. Так, розовая 5. Там, по-моему, было 2. Значит, 3, 4, 5. Отлично. Так, ищем еще цифры. Я видел 0. А, 3. Это... Кстати, непонятно. Ну, вроде это желтый. Ну, оранжевый. Так. У нас 8. То есть 9, 0, 1, 2, 3. 3. Отлично. Я видел на часах 0. Да. 0 красный. Если тут у нас 3, то нам нужно долго листать. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 0. Отлично, 0. И осталось только синюю найти. Где синяя, я не знаю. Я не... А, синяя 2. Понятно. Синяя, так, 9. 0, 1, 2. Отлично. Опа, паутина опять. А, ну и сюда переключатель. Как хорошо. И где это я? Блин. Вот это крипово. Я так понимаю, мне нужно... Нифига себе, у него скорость. Вы видели это просто? Вы видели его скорость? Это вообще капец. Ладно, ребят, я предлагаю на сегодня заканчивать. Потому что это реально очень жестко. Вы видели, с какой скоростью он заметил меня? И он просто... Это будет, походу, очень сложно. Я так понимаю, моя цель сбежать с этим пацаном. Потому что мне как кажется, он нас запер. После того, как увидел, что я пытаюсь его сына это достать. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ребят, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Напишите какой-нибудь позитивный, креативный комментарий. Или же отправьте это видео всем своим друзьям. Ну, я желаю вам огромнейшей удачи, ребята. И всем пока-пока.